Об этом проекте мне рассказал мой преподаватель. В будущем он был моим тьютором. А так как я раньше интересовался самозанятостью, то я решил, что это отличный шанс стартануть, попробовать начать. Первый свой заказ мы получили после того, как выложили рекламу в социальную сеть колледжа. После этого мой тьютор помог найти мне первый более объемный заказ. И в процессе выполнения этого заказа заказчик смотрел на уровень ответственности, с которым я подхожу к работе, на уровень моих знаний, и после этого сработало, возможно, сарафанное радио, и дальше заказов стало уже гораздо больше. Были моменты, когда я терялся, и в эти моменты меня поддерживал мой тьютор, направлял меня в то русло, в которое нужно. Он вел меня на протяжении всего моего пути, от начала и до того момента, пока я не понял, что я уже самостоятельно могу работать. Меня порадовало то, что можно совмещать с основной работой. То есть использовать просто как заработок, но уже легальный. Не нужно прятаться от налоговой и все документально подтвердить в любой момент. Этот проект, безусловно, может быть полезен как студентам, так и уже выпускникам и просто уже людям, которые хотят начать, но боятся начинать.